Администрация Обамы внесла в список террористических организаций одной из сирийских оппозиционных группировок. Группировка «Джабхат аль-Нусра» была связана с Аль-Каидой в Ираке и проводила операции в Сирии. Она ответственна за организацию атак смертников и сирийских правительственных объектов, так заявили сегодня в Госдепартаменте. В понедельник документ о признании «Джабхат аль-Нусра» террористической организации был опубликован в государственном перечне нормативных документов Federal Register. Ранее сообщалось, что США, вопреки сообщениям средств массовой информации, не намерены вооружать сирийскую оппозицию. Между тем, США уже подготовили план на случай применения химического оружия в Сирии. По данным западных средств массовой информации, Пентагон уже разместил вблизи сирийского побережья морскую группировку в составе двух десятков военных кораблей.